Всем привет, это СБ 1813 или просто Саймон. А сегодня мы будем реагировать на группу Korn и трек Start the Healing. И, собственно, ну, клип, естественно, тоже. Внезапно достаточно у них вышел этот трек с клипом. Я почему-то не думал, что Korn сделают что-то вот почему-то. Ну, не знаю, вот сегодня не тот день был, который... Ты такой встаешь с утра, и Korn выпускают новый релиз. И такой, типа, что? Но я как бы сразу пошел писать реакцию, потому что, ну, как бы, да, пару слов о Korn, как бы, почему пару? Потому что, ну, опять же, я думаю, группа не нуждается вообще в представлении. Korn — это все-таки одни из отцов нью-метала. Да и вообще очень многие на них равнялись, я думаю, в свое время. И сейчас... они также продолжают идти в ногу со временем. Да, может, там они уже не сильно экспериментируют, хотя, честно сказать, опять же, надо отдать должное и Дэвису, и Хэду за то, что в своих именно каких-то вещах, то есть там у Хэда там Love and Dead, у Джонта и Дэвис просто свой сольный проект, там они экспериментируют, причем со звуком и все такое, а, собственно, Korn больше просто по звуку становится, может, получше. Вот. Ну и если не брать тот самый единственный альбом со Скриликсом, который, кстати, неплохой, но экспериментальный, то все остальное у Korn звучит плюс-минус одинаково, но шикарно, как бы у Korn свой фирменный звук и так далее. Вот. Последний альбом, последние два альбома, наверное, у них выходили очень хорошие, прям в их стиле, причем с хорошим звуком, как бы там все плюс-минус хорошо было. Я, честно, не помню, выходило ли у них после вот этого альбома с белой обложкой и вещащим чуваком каким-то. По-моему, выходило, а может и нет. Короче, я, честно, не помню. И вот новый, опять же, релиз, новый сингл Start the Healing. Сейчас мы будем смотреть, реагировать на него. Давайте долго не тупить и поехали. Помолился на мясо. Ну да, это Korn, прям. Ну-ка, ну-ка, на чем ты там играешь? Звучит пока, кстати, как такой алтовый Korn. На Е2 он играет. Потому что у него вроде фирменная какая-то была. Ладно, это гитарные вопросы, сорян. Блин, пока выглядит, кстати, очень круто, прям как 2000-й, я бы сказал. Вот это вот все ту-ту-ту-ту-ту. Блин. Прикольно, прикольно. Мне прям очень нравится пока. С этими проводами, этот просветы эти. Блин, какие же они крутые треды, я бы тоже такие хотел. Внезапно было. The more it starts to stick.
на Ешке он играл. Значит, мое уважение. Как же они плотно звучат до сих пор. Красавчики. Так, ну что, посмотрели вот мы клип. Послушали трек Start the Healing группы Korn. Ну, в целом, я хочу сказать, что мне трек очень понравился. Он звучит достаточно прикольно. Ну, он такой, опять же, не супер кочевый, но достаточно атмосферный. Вот из серии таких именно атмосферных треков. Мне очень понравились вот эти вот мегаплотные гитары. Не знаю, они звучат так тяжело, но не тяжело в смысле по-метальному тяжело. А вот именно как-то, я не знаю даже, как это обозвать. Хорошо, у Korn мне всегда нравился очень звук в этом плане. Вот, то есть у них прям такой гул идет, но очень приятный, типа, и такой прям мощный. Как бы так, не знаю, что еще сказать-то про песню, на самом деле, просто... Кошка бесится. Ладно. Короче, что еще про песню сказать? Она просто хорошая, но в стиле Korn, как бы, опять же, ничего прям супер нового. Там вот этот... единственный переходик, который был своеобразный, но, опять же, он ну, не такой, что типа, о, что происходит, Korn, что вы делаете. Нет, хороший трек, вокал Дэвиса, как всегда, отличный, как бы про всех остальных тоже ничего говорить как бы особо не надо, как бы все отлично играют. Типичный Korn в хорошем понимании этого, да? Про клип. Клип прикольный. Мне очень понравилась вот эта стилистика 2000-х. Вот эти вот пересвет, вот это мигание. Это все, ну, сейчас в клипах так не делают. Это типа вот реально 2000-й, 2005-й, наверное, год. Вот очень любили так делать, по-моему. По-моему. Может, я не прав. И вся вот эта тема с непонятными вот этими штуками. Это мне чем-то напомнило клип Медицину и Bring Me the Horizon, потому что там тоже все эти странные фигуры были. Но, я думаю, они там далеко не первые это делали, поэтому прикольно. Короче, ну, атмосферный клип, атмосферный трек, все очень понравилось. А, сразу, да, говорю, вот там, на фотке, мне понравилась эта фотка для превьюшечки, но там нет Филди. Так что сразу как бы заранее сорян, в клипе Филди есть, как бы, то есть все нормально. У них там какие-то то ли проблемки, то ли что-то были насчет него. Он, по-моему, сейчас не ездит в туры с ними или не ездил. Не знаю, я особо там не шарил за эту проблему, но что-то, короче, у него там случилось. Вот. Но я надеюсь, у него все будет нормально, и как бы группа в полном составе, все нормально у них будет. И да, теперь, наконец-то, можно немножечко вброс сделать, да. Как бы те, кто следит за группой Korn, собственно, за хедом Брайаном Уэлчем, знают, что, ну, можно сказать, с недавних пор, да, учитывая, сколько он в группе был, он перешел с Ибанезов, с гитар, на ESP. Казалось бы, зачем и почему? Но, как бы, я этого не знаю, зачем именно перешел, но, окей, флаг бы в руки. И он сделал там фирменную свою гитару, вот эту сиреневую, я не помню, как она называется. И он с ней вроде то ли у себя в Love and Death играет, то ли что. Тут же я сейчас заметил, что он на E2 играет, я точно не скажу, на какой сейчас, это надо будет пересматривать. Но мне тоже очень нравятся эти гитары, я бы тоже такую хотел на самом деле. Вот. Своеобразно, конечно, он сделал, потому что они все были на Ибанезах, в том числе и Филде. Они и сейчас есть, а вот он почему-то на ESP перешел. Не знаю, к чему, точнее, почему это произошло, но на звук это, как, собственно, мы видим и слышим, это вообще никак не повлияло. У них такой же крутой, кочевый, мощный звук. Вот. Ударник, опять же, вот многие, я помню, когда только Рэй, его зовут, пришел, помню, Korn, очень бесились. Потому что, типа, он какой-то весь не такой был. Все с ним зашибись. Не знаю,
хороший ударник, он прям вписывается идеально. Короче, мне понравилось, ждем релиз от них новый. С удовольствием послушаю, последние два альбома были очень прикольные. Корнам как бы респект, да, это вот та группа, которая, ну, типа, они же с 90-х еще, и в отличие от моих любимых Limp Bizkit, да, который, кстати, недавно был альбом, но на него я, наверное, не буду никакие реакции делать, если у них прям клипа полноценного не выйдет. Вот, в отличие от Limp Bizkit, которые там на 10 лет тупо ни хрена не делают, Korn постоянно что-то делает. Вот Korn, Deftones, эти группы постоянно что-то делают, причем вторые вообще достаточно сильно прогрессируют. Ну, рад я, короче, что старички еще на плаву, причем так, ну, честно говоря, звучит вот это намного лучше, чем очень много новых групп. Потому что новые группы, они своими экспериментами иногда перебарщивают. И ты такой слушаешь, и ты такой, типа, мне должно это нравиться, или это правда говно? Вот. Про Korn я так не могу сказать, у них всегда все хорошо. Так что, говорю еще раз, респект Korn. И, в общем-то, наверное, это все, потому что, ну, а что еще говорить? Вы сами все видели, сами все слышали. Так что спасибо всем, кто посмотрит эту реакцию. Вот, все ссылочки, как обычно, в описании. И нравится, не нравится, сами все знаете. Ну что, пойду послушаю другие песни группы Korn. А может быть и Suicide Silence. Ладно, шучу. Короче, все. Всем пока.